В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите, сегодня в выпуске. Маршрутная сеть города охватывает все пассажиропритягательные точки. День автомобилиста. Какие изменения транспортной отрасли курорта нужно ждать? Эксклюзивное интервью. Я начинала с Рафика 11-местного. Там все запчасти были от Волги. Водитель – не женская профессия, а анапчанка Светлана Алеева ломает стереотипы. Представлены 10 претендентов, вот, и, соответственно, жители города также могут нести своего претендента. Название аэропорта придумаем вместе. Анапчане продолжают выдвигать кандидатуры на присвоение имени воздушной гавани курорта. Работников автотранспортных предприятий с Днем автомобилиста поздравил глава Анапы Юрий Поляков и председатель муниципального совета Леонид Кочетов. Цитирую, современный курорт невозможно представить без надежной работы автотранспортных предприятий, а впечатление об отдыхе, остающееся у наших гостей, нередко зависит от культуры обслуживания на транспорте. Благодарим всех сотрудников автомобильного и городского транспорта за добросовестный труд, верность выбранному делу, особую признательность выражаем ветеранам, передающим опыт молодым специалистам. Желаем успешной работы, без аварийного движения и безопасных дорог, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Профессиональный праздник отмечают и автолюбители, и сотрудники городского пассажирского транспорта. Самостоятельная транспортная система появилась в Анапе почти 30 лет назад и с тех пор активно развивается и совершенствуется. Как сегодня организованы пассажирские перевозки в городе-курорте и какие новшества появились за последнее время? Об этом в интервью с начальником отдела по транспорту и связи городской администрации Юрием Егоровичем Кудрявцевым. Юрий Егорович, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, в преддверии вашего профессионального праздника хочется говорить о достижениях. Скажите, пожалуйста, чем может гордиться ваше ведомство в этом году? Какими результатами, добрыми делами? Что хотелось бы отметить в этом году, это подготовка и проведение чемпионата мира по футболу. Анапа принимала сборную команду Дании на своей территории. Тренировочная база у нас была. Поэтому автобусы были подготовлены как к встрече и иностранных туристов, так и гостей города-курорта Анапа. Установлены информационные указатели на двух языках, то есть дублированы на английский язык указатели маршрутов. Установлены автоинформаторы в автобусе, как бегущая строка, так и аудиосопровождение с переводом на английский язык, вот, что вызвало положительные эмоции как и у местного коренного населения, так и приезжих гостей нашего города. В автобусах установлены системы видеонаблюдения, которые работают в настоящее время, что послужило более тщательному разбору жалоб и обращений граждан. То есть при обращении по каким-то вопросам мы можем просмотреть видеозапись и определить степень виновности водителя в данной или другой ситуации. Какие основные требования вы выдвигаете перевозчикам? Год выпуска автобусов, водительский стаж, техническое состояние транспортных средств. Ну, то есть там ряд критерий идет. А как выстраивается логистика? Транспортная сеть, маршрутная сеть города охватывает все пассажиропритягательные точки. То есть у нас полностью можно на автобусе доехать с наименьшими пересадками, а то и вообще без пересадок. Как с того же Витязева можем в центр города попасть. Также нами была проделана работа по оптимизации маршрутной сети пригородного транспорта. То есть у нас, если раньше пригородный транспорт, конечная остановка была в районе Северного рынка, так как территория автовокзала не позволяла их всех разместить у себя на территории, мы предусмотрели схему движения автобусов также и в рамках исполнения 16-го федерального закона о транспортной безопасности. Мы эти маршруты завели с конечной остановкой на рынке Восточный, что опять же жителям села позволило приезжать уже не с пересадками в город, так им приходилось выходить в районе Северного рынка, доходить до улицы Крымской, и либо идти пешком до управления соцзащиты, к примеру, либо садиться на автобус и ехать в сторону Восточного рынка. Сейчас вопрос отпал. Ну и в заключение расскажите, пожалуйста, о планах ведомства на ближайшее будущее. Работа не останавливается, да, по обновлению подвижного состава, если видите, то, ну, за последнее время значительно поменялся у нас подвижной состав. То есть на сегодняшний день у нас
основную, в основной массе пассажирские перевозки осуществляются автобусами не старше, ну, год выпуска не старше 7 лет у них. То есть все где-то 2012-2013 года. Идет отладка системы безналичной оплаты проезда в автобусах. Вот сейчас на 114 маршруте у нас установлено, в пилотном как бы проекте Сбербанк установил, но идет отладка этой системы. Ну, завершение нашего диалога хотелось бы пожелать безопасных дорог, ну, зеленого света всем водителям. Работа водителя не из легких. Работа водителя общественного транспорта сложна вдвойне. Здесь он отвечает не только за себя, но и за безопасность пассажиров. Принято считать, что это мужская профессия, но случаются и действительно приятные исключения. В этом убедился наш корреспондент, проехав на 114 маршруте. Рабочий день Светланы Алеевой начинается в 5 часов утра. Подготовить автобус к рейсу, заправиться, пройти медицинскую проверку и, конечно, навести красоту. В 7 утра уже на линии. Почти 20 лет назад она впервые села за руль автобуса, и с тех пор эта работа стала частью ее жизни. В 2011 году вместе с семьей переехала в Анапу из Костромы и сразу в автопарк на трудоустройство. Здесь начались первые трудности. Женщину-водителя на маршрутное такси никто не хотел брать категорически. Не отказали только в транспортной компании «Старт». Так она попала на 114-й маршрут. И директор предприятия об этом не пожалел. Светлана действительно фанат автотехники. Я начинала с «Рафика» 11-местного. Там все запчасти были от «Волги». Поэтому мне все было интересно, как устроена вилка, которая постоянно гнулась, ломалась. Я ее меняла, не получалось. В итоге я все-таки потихонечку. И вот пришли до таких пазиков с каменским двигателем, которые я очень полюбила. Они очень легкие в обслуживании, в управлении. Ну и вообще, наверное, по жизни. Коллеги по цеху встретили новую сотрудницу с настороженностью. Не женское это дело автобус водить. Тут не каждый мужчина может выдержать нагрузку. Но уже после первого года работы убедились, Светлана не просто профессиональный водитель, но и первоклассный механик. По звуку может определить неисправность техники. Сейчас она уже для них свой парень. Хороший человек, порядочный человек, водитель, профессионал. Намного лучше некоторых ездит. Может, как бы, уйти с аварийной ситуации, что было в газете написано недавно, сам лично читал. Ну, оценка как человеку 5, и как водителю тоже 5. Спокойный, адекватный человек, и, в принципе, нормально влилась в коллектив, и за минимальное время наладила отношения со всеми. Ну, и, судя по работе, никаких претензий никогда к ней не возникало. В салоне автобуса у женщины-водителя всегда доброжелательная и дружная атмосфера. Появились и поклонники. Некоторые специально ждут ее маршрутку, даже если опаздывают. Необычно и очень приятно. Нравится, культурный, элегантный, не курит, ухоженно. Есть стереотип, что есть мужские и женские профессии, и что женщина просто физически не может справиться лучше, чем мужчина, допустим, там, водить, там, не знаю, управлять там самолетом, чем угодно. Нет, вот наши прекрасные водительницы опровергают этот стереотип. Вот хочу им сказать большое спасибо, они такие молодцы. А дома Светлана заботливая мама, которая воспитывает 3 детей, увлекается гимнастикой и всегда в прекрасной физической форме. Муж тоже водитель автобуса, но на другом маршруте. Уже в это воскресенье они вместе будут праздновать День автомобилиста. На столе традиционно никакого спиртного. В понедельник снова за руль. Руслан Душевский, Анапа регион. Анапчане продолжают выдвигать кандидатуры на присвоение имени нашему аэропорту, а помогают им в этом волонтеры. Всех желающих они знакомят с анкетой, списком претендентов конкурса «Великие имена России». На данный момент в нем 10 человек, но можно предложить и свою кандидатуру. Общественная организация «Волонтеры Победы» насчитывает почти 200 тысяч человек по всей стране. Они принимают участие практически во всех значимых всероссийских акциях и конкурсах. Теперь на протяжении 4 дней волонтеры будут информировать население о конкурсе «Великие имена России». Сейчас проходит второй этап. До 28 числа будет только информирование населения. То есть жители города могут ознакомиться с лонг-листом, который уже представлен. Здесь представлены 10 претендентов. Вот. И, соответственно, жители города также могут
внести своего претендента. Если за вашего претендента проголосует более 500 человек, то он может быть внесен в лонг-лист. Не во всех городах России есть аэропорты. По словам гостей курорта, им будет интересно принять участие в акции и проголосовать за имя для аэропорта Анапы. В список вошли 10 имен. Некоторые из них знакомы не только анапчанам, но и туристам. Монахиня Марии достаточно. Ну, как бы я не думаю, что так должен называться аэропорт. Вот, скорее всего, я буду голосовать за Калинина Дмитрия Семеновича. Я первый раз на такую акцию попадаю, например, чтобы было выдвинуто имя на то, чтобы назвали этим именем аэропорт. Это клево. Я пока еще не знаю, ознакомлюсь со всеми, посмотрю в интернете, если кого-то не знаю. Ну и как бы это, ну, кто будет достойник, по моему мнению, за тобой проголосую. Врать не буду, к сожалению, ни с кем не знакома, но поинтересуюсь. Очень, мне кажется, интересная информация. Волонтеры в Анапе будут проводить опросы в гипермаркете «Магнит», в торговом центре «Красная площадь», на автовокзале, в аэропорту, в учебных и спортивных учреждениях. Свои кандидатуры для наименования 45 аэропортов России, в том числе и анапского, можно внести на сайте великиеимена.рф. Акция по информированию населения пройдет до 28 числа. Потом начнется следующий этап – голосование. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион. Очередной день здоровья пройдет в Субсехе уже в эту субботу. Жители села смогут без талонов получить бесплатную консультацию узких специалистов – терапевта, невролога, эндокринолога и офтальмолога. Также у всех, кто придет, появится возможность провести обследование, измерить рост, вес, артериальное давление, сделать анализ крови на глюкозу и холестерин. Чтобы карта здоровья была полной, можно будет сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию. Всем желающим проверить свой организм нужно взять паспорт и страховой медицинский полис. День здоровья состоится с 9 утра до 13 часов в амбулатории села Субсех по адресу улица Советская, дом 48. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей: не нарушайте скоростной режим, берегите свою жизнь и жизнь своих близких.